Друзья, произошла трагедия сегодня рано утром. Нам сообщают о том, что российский советский актер театра и кино Игорь Бочкин оказался в больнице. Оказывается, его соседи обнаружили в бессознательном состоянии возле его входной двери в квартиру на лестничной площадке. На данный момент больше пока никаких подробностей нету. Даже родные не могут нам рассказать, что же произошло на данный момент с нашим актером. Вся страна следит за этой трагедией. Мы надеемся на то, что медики сделают все возможное для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье нашего актера. Следите за новостями, друзья. Каждое утро мы предоставляем вашему вниманию интересные новости. Такого вам больше никто не расскажет. До скорой встречи. Завтра рано утром не пропустите следующий выпуск на нашем канале.